Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова серии на проекте Amazing Holy Play, это первый сервачок. Все ссылочки, как часто мы играть, есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Для того, чтобы вам было это легче и лучше, конечно же, вводите мой промокод, пишите MM, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите вот такой вот замечательный промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Этих денег вам хватит, чтобы купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть на данном проекте. Ну а в этом ролике я вам расскажу, за что меня забанили, почему у меня больше нету админки, и полностью расскажу всю ситуацию от начала до конца. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, также не забывайте, конечно же, подписываться на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, дамы и господа, минуточку внимания, хотел бы вам посоветовать свой ТикТок, я недавно его создал, и туда я буду выкладывать эксклюзивные просто видосики, смешные, интересы, там какие-то нарезки. То есть, если вам мало видосов моих в Ютубе, то вы можете зайти и просто подписаться на мой ТикТок, ссылочка будет в описании, здесь будет выходить ТикТок по Мазингу, поэтому всем советую реально зайти и подписаться. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, пришло время вам рассказать про эту всю ситуацию, почему меня вообще забанили на один год и почему меня, в принципе, забрали админку. В этом видео я вам расскажу все от начала до конца, поэтому посмотрите и послушайте внимательно. Как бы да, по сути, в любом случае я виноват, но давайте я вам подробно, в принципе, все расскажу. Из-за чего меня, во-первых, забанили? Забанили меня из-за того, что я слил информацию. Какую информацию? Я слил айпишники игроков для того, чтобы посмотреть, что они из себя представляют в жизни. То есть айпишники запрещено сливать, как бы это личная информация, по сути. Ну и, конечно же, за это мне дали пилюлей. Потому что это запрещено делать. Как я вообще нашел айпишники игроков? У меня был доступ к логам, я мог заходить на любой аккаунт и смотреть подробную информацию про всех игроков. И там был показан IP, как бы. Соответственно, об этом как бы узнали спецадминистраторы, руководство проекта, то, что я слил 3 айпишника игроков. Для чего я вообще, в принципе, это сделал? Я сделал это для того, чтобы посмотреть, что эти люди представляют из себя в жизни. Потому что данные игроки, которых я слил, я не буду называть имена, они постоянно нарушают правила, оскорбляют родных там и так далее. Мне реально было интересно, что эти люди из себя представляют в реальной жизни. То есть я хотел на них просто-напросто посмотреть, кто они такие, где они живут там и так далее. Хочу заметить то, что изначально это была не моя идея, но в любом случае я как бы виноват. Эту идею придумал не я, это придумал другой человек, имена я тоже называть в принципе не буду. И так получилось то, что я скинул айпишники, точнее не скинул, я просто показал через демонстрацию айпишники игроков одному человеку, и он эти айпишники скинул другому человеку, чтобы он пробил как бы по базе и посмотрел, что это за люди, как бы нашел их страницы ВКонтакте, в Одноклассниках там и так далее. По итогу человек, который это все находил, он как бы слил меня спецадминистратором. Именно поэтому меня по сути спалили. Потом мне написал Кирилл Литвин, это получается основатель проекта, написал то, что вот как бы ты слил айпишники там и так далее, и в итоге меня забанили на один год, до выяснений. В итоге на следующий день я пошел в Дискорд со спецадминистраторами. Изначально я их обманул, то что это не я делал, потому что, ну, вы сами понимаете, то что ситуация как бы не очень хорошая вышла. И по итогу я их обманул, но все-таки, как бы спустя время, все-таки все вскрылось, как бы, то что действительно это я как бы дал айпишники игроков. Ну и по итогу, как бы мы с ними поговорили, и они сказали то, что просто жди ответа. Жди ответа и все. Захожу на следующий день на свой аккаунт, и он не в бане, то есть мне даже ничего в принципе не написали, то что вот тебя разбанят там и так далее. То есть я просто решил по приколу зайти, посмотреть, может мне там наказание поменяли, либо еще что-то. По итогу я захожу, мой аккаунт разбанен, но админки на моем аккаунте в принципе нету. На самом деле мне очень стыдно в этой ситуации, потому что, во-первых, я обманул, получается, Кирилла Литвина. Кирилл Литвин — это основатель, повторюсь. Я также обманул спецадминов, ну и в принципе разработчика проекта, который в принципе мне поверил. То есть мне реально очень стыдно, я хочу перед ними реально
реально очень сильно извиниться. Вот, Кирилл Литвин, спецадминистраторы, разработчики проекта, я перед вами очень сильно извиняюсь, ситуация получилась крайне очень, как бы, неприятная, то есть, ну, реально, мне очень стыдно, потому что мало того, что я слил айпишники, я еще изначально всех обманул, то, что это сделал не я. Я считаю то, что мне реально повезло, то, что меня не деактивировали, не выгнали просто с проекта, потому что за такое, по сути, можно было бы реально спокойно выгнать меня с проекта и просто деактивировать мой аккаунт. Поэтому мне реально очень сильно повезло, то есть разработчики там и так далее, я не знаю, кто этим занимался конкретно, но так получилось то, что меня все-таки оставили на проекте, я по-прежнему сотрудничаю с проектом, но у меня теперь не будет админочки, пацаны. То есть, как бы я с этим, в принципе, согласен, как бы я не огорчился, то есть я считаю то, что они сделали правильно, то, что забрали мне админку, забрали мне доступ к логам, потому что, ну, реально я жестко накосячил, пацаны. Не будем этого скрывать, я жестко накосячил, то есть из-за этого я должен был понести, конечно же, наказание. В любом случае, пацаны, я осознал свою ошибку, то есть я понял то, что я был максимально просто неправ. В любом случае, да, я понимаю то, что это плохие игроки, которые нарушают и оскорбляют родных, но мне не стоило сливать их айпишники и смотреть, как бы, кто они, что они там и так далее. Хочу заметить то, что я как бы нашел этих людей, я не хотел про них сливать информацию на общее обозрение, то есть я чисто для себя хотел посмотреть, что эти люди из себя представляют, вот и все. То есть на общее обозрение я в любом случае бы не стал как бы выкладывать их фотографии там их родителей и так далее, то есть я бы не стал этого делать. Я чисто для себя хотел посмотреть, что это за люди. Я считаю, самое главное это то, что я осознал свою ошибку, как бы в будущем и в дальнейшем я таким заниматься точно больше не буду. То есть я реально жестко накосячил, я это осознал, и я реально очень сильно перед всеми хочу извиниться. То есть реально был неправ, ситуация очень хреновая получилась. Все-таки мы ее решили вроде бы как мирно. Я надеюсь, что вам в принципе все стало понятно, зачем и для чего я это делал. В принципе, я вам все рассказал, за что я получил бан, за что меня забрали админку. Поэтому я надеюсь, что больше вопросов не будет. Изначально я не хотел записывать это видео, просто у меня реально на стриме много кто спрашивал. Всем в принципе интересно, за что меня забанили, за что сняли админку. Но я обещал то, что я запишу видео, и в принципе я его записал. Хотя мне реально очень стыдно, я не хотел записывать это видео, не хотел это как бы выставлять на публику. Но, пацаны, за свои ошибки нужно платить, как бы я все осознал, поэтому вот как-то так. Также хотел бы выразить большую благодарность тем, кто писал мне ВКонтакте, там, в Инстаграме, кто реально за меня переживал. Вам реально большое спасибо, пацаны, просто, ну, реально очень хорошая была поддержка. Но я реально в очередной раз убедился, то, что у меня самая, наверное, лучшая аудитория, которая реально за меня переживает. Поэтому вам реально очень большое спасибо. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Играйте вместе со мной на проекте Mozilla Holy Play, вводите мой промокод. Всем пока-пока.